27.03. Моя вторая посылка. Посмотрим. Заказывала 10 числа. Масло череды. Масло череды 100 миллиграмм. Есть. 104. Есть масло череды. Конопляное масло 50 миллиграмм. Сандала 5 миллиграмм. Да, там 11. Березовый дёготь. Я так поняла, что это вот это. А, вот, наверное, наклейка просто слетела. Смотри. Угу. Березовый дёготь 30 миллиграмм. Да, там 33. Смотри, ты на него и на свои весы. Вот так вот. Планин нерафинированная. Должно быть 2. 2 по 25. Да, 58. А теперь масло нерафинированное. Нерафинированное. Сандала еще одна появилась. Ним рафинированное 25 миллиграмм. Угу. Пальмовое масло 900. Угу. У меня 900 есть. Дальше. Кокосовое. Кокосовое твердое. Угу. Кокосовое твердое 900 грамм. Да. О, мамочки. Трохи потекло. Совсем чуть-чуть. Это у нас репейная 1 литр. Потекло. Ну, это не страшно. Угу. Там вкусно, да? Да. Угу. Дальше, что осталось? Аминокислоты. Значит, шелк жидкий 10 миллиграмм. 10 миллиграмм шелк жидкий. Есть. Дальше. На миндаля сладкого 25 миллиграмм. Гидролат розового дерева 50 миллиграмм. Угу. И что-то еще. Ага. И второй сандала. Сандала у нас должно быть 2 штучки. Вторая вот. Две штучки нима, 2 штучки сандала. Все есть. Спасибо большое.